На тесте у нас 200-долларовый планшет Prestige Multipad 2 Ultra Duo. Это 8-дюймовое решение с IPS-дисплеем, хорошим оснащением, неплохой производительностью, емким аккумулятором и дизайном в стиле iPad. Достаточно ли всего этого, чтобы заинтересовать потенциального покупателя? Попробуем разобраться. В комплекте с планшетом идет стильный кожаный чехол, зарядное устройство, кабель microUSB, переходник USB OTG и необходимая документация. В основе корпуса металл. Он и на тыльной панели, и на боковых гранях. Передняя панель прикрывается закаленным стеклом. Подогнаны материалы между собой хорошо, швы и зазоры в пределах нормы. Никакого скрипа корпуса не обнаружили. Планшет представлен в двух цветовых решениях, полностью белом, а также черном. Что касается белого, то он нам очень понравился. Да, его внешность очень похожа на iPad. Вместе с тем, здесь характерное для Prestige расположение кнопок и других функциональных элементов. На лицевой панели, кроме дисплея, расположен еще и глазок фронтальной VGA-камеры. На тыльный глазок основной 2-мегапиксельной камеры и вывод встроенного динамика. На торце за пластиковой заглушкой спрятан слот для карт памяти microSD. Далее идет классический аудиопорт, микрофон, microUSB разъем, клавиша включения-выключения, а также кнопка регулировки громкости. Устройство оснастили 8-дюймовым дисплеем, в основе IPS-матрица, разрешение 1024x768. Заметна небольшая зернистость, но она не вредит сочности картинки, данные даже под наклоном видны неплохо. Автоматической регулировки уровня подсветки не предусмотрено. К чувствительности дисплея нареканий нет. Как уже говорили, аппарат на дисплее защищен закаленным стеклом. За ту пару недель, что Multipad 2 Ultra Duo был у нас на тесте, царапин и потертостей не образовалось, хотя и взаимодействие его с источниками окружающей среды было минимально. Он практически всегда был в чехле. Объем встроенной пользовательской памяти 8 ГБ. На практике вы получаете чуть меньше 6, которая разделена следующим образом. Около гигабайта внутренняя память, а также 5 – память на основе встроенного флеш-накопителя. Память можно расширить при помощи карт формата microSD до 32 ГБ. Или же подключить USB-флешку. Кстати, система без проблем распознала даже внешний диск объемом 1 ТБ. Емкость аккумулятора 4100 мАч. В обычном режиме 2 часа на серфинг или просмотр документов и пару часов видео у меня мультитап проработал один рабочий день, что вполне неплохой показатель. От динамика ожидали лучших возможностей. Хотелось бы большей громкости. К чистоте, впрочем, также есть претензии. Присутствуют незначительные хрипы. Работает планшет под управлением операционной системы Android 4.1.1. Аппарат на внутри двухъядерный процессор ROG Chip RK3066, тактовая частота которого 1,6 ГГц, объем оперативной памяти 1 ГБ. Дополнительно встроен графический чип Mali-400. Среди беспроводных интерфейсов стоит отметить Wi-Fi и возможность подключения внешнего 3G модема, плюс создание на его основе точки доступа. Модуля Bluetooth нет. Что ж, Multipad 2 Ultra Duo 8.0 получился компактным и очень красивым. Двухъядерный процессор, высокая производительность, качественная сборка и отличный дисплей, возможность подключения внешних устройств, включая 3G модем, и все это за демократичные $200. По нашему мнению, такое сочетание цены и характеристик дают полное право считать этот планшет удачной покупкой.